Нажал на кнопку, оплатил проезд. То, о чем давно мечтали продвинутые пользователи гаджетами, наконец стало реальностью. Теперь со смартфона можно будет оплатить не только покупки, но и проезд в автобусе. И прикладываем. Так. Нет, не работает. Все, оплата есть. Проведена. В части внедрения инноваций в общественный транспорт Владивосток впереди планеты всей. Партнер администрации города, корейская компания, установила в муниципальных автобусах специальные терминалы. С их помощью можно будет оплатить проезд со смартфона. Для этого на телефон нужно установить мобильное приложение OxyPay. Нашу сегодняшнюю работу нельзя оценивать только как внедрение безналичной системы в общественный транспорт, потому что Дальний Восток – это место, где начнется новая экономическая политика. Была презентована система оплаты в Хабаровске. Мы считаем, что самое время создать единое экономическое пространство Дальнего Востока и Южной Кореи. Вот так новые технологии помогут решить сразу несколько проблем. Во-первых, денежный оборот в общественном транспорте будет более прозрачным. Во-вторых, водителю не придется отвлекаться на расчет пассажиров, а горожанам, наконец, не придется искать в карманах пресловутую мелочь. Данная система, презентация которой прошла в городе Владивосток, уникальна для не только для города и края, но и для России. Данная система используется в Южной Корее довольно широко. Для пользователя функционал очень удобен и прост. Впрочем, новые технологии не отменяют расчета наличными. Для этого в муниципальных автобусах установлены кэшбоксы для приема наличных средств. Они начинают действовать в начале 2018 года, после того, как будут определены тарифы на перевозки. А пока рассчитываться за проезд нужно с водителями автобусов. Катерина Матвеева, новости на восьмом.